разное, подарочное, всякое разное. И самое главное, с чего ты хочешь начать? Конечно же, с самого главного. Конечно, кто же не хочет самого главного? Но... Хорошо, так и пойдем, начнем с самого главного. Но сначала небольшой антистресс, чтобы успокоить твои нервы. Потому что я знаю, что ты очень много переживала. Я знаю, что ты очень много тревожилась, поэтому давай немножечко расслабимся, хорошо? Первый подарочек для тебя – это вот такой вот мешочек-кулечек. Мешочек-кулечек. Я думаю, ты уже догадываешься, что это, прекрасно знаешь. Это антистресс. Такая вот жмяковка. Давай немножечко пожмякаем. Очень.
знаешь, что это мировая столица всех парфюмов. Ну что, посмотрим наши Габриэль от Шанель. Какая красивая стеклянная упаковочка. И это духи у нас 50 миллилитров. Не духи, простите, пожалуйста, парфюм. Они, кстати, очень разные, но мне кажется, это максимально женственные ароматы именно у Шанель. Ну давай, мы с тобой проверим. Очень сильно отличается от тех ароматов предыдущих. Ох, какой цветочный. Очень-очень-очень. Я как будто зашла в цветочный магазин. Но при этом последняя нотка, вот послевкусие, которая остается, она такое, знаешь, мандариновое такое. Очень праздничный такой аромат. И действительно такой. Но я не знаю, как другими словами описать, кроме как действительно элегантные. Очень такой статный аромат. Серьезный аромат такой. Я думаю, что ты достойна всех этих ароматов очень сильно. Так что, знаешь что? Когда ты захочешь обновить или выбрать себе другие какие-то ароматы, переходи вот по этой вот ссылочке. Она всегда будет рабочая. Переходи, заказывай и пользуйся. Они правда очень крутые. Так что переходи по ссылочке и давай продолжим смотреть, какие у нас есть подарочки еще. Это же еще не все. У меня еще для тебя есть несколько подарочков. Итак. Следующий у нас подарочек. Это вот такая вот упаковочка милая, как ты сама. Это упаковочка бомбочек для ванны. Мини такие шарики. Я очень люблю бомбочки для ванны. Особенно какие такие вот маленькие. Чем меньше, тем приятнее, чем большие такие бомбы. Не, мне нравятся маленькие малыши. В общем, смотри, тут такие котятки, зайчатки, зебрятки разные. Они очень-очень-очень классные. Так, бомбочки для ванны. Что же, можно еще более антистрессового такого придумать, да? Конечно же. Масочка желе в виде алоэ. Масочка
серая кнопка подписки выглядит гораздо приятнее, правда? Так что вот, спасибо тебе за подписочку. Давай мы уберем твою тушь из-под глазок. Ну что это такое? В каком виде ты сегодня пойдешь? В хорошем виде, потому что мы сейчас его тебе создадим. Так, давай ко мне свои глазки. Собирайся.